Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, Ярослав. Какую компанию вы представляете? Поставщик счастья. Чем занимается компания? Название сразу не говорит прямо, чем вы занимаетесь. Мы продаем несколько товарных групп. Это товары для взрослых, это эротическое белье, это классическое белье, это домашняя одежда, это одежда для плавания. Эротическое белье, вы имеете в виду какие-то интересные модели, кружево и прочее, да? Да, совершенно верно. В чем уникальность вашей услуги? Дело в том, что мы отличаемся от классического поставщика в обычном понимании смысла слова. Мы предлагаем интернет-магазинам сервис дропшиппинга. Это когда интернет-магазин может выложить на свой сайт ассортимент, который мы оперируем, и передавать нам заказ сразу после его получения. Далее мы связываемся с покупателем от лица интернет-магазина, подтверждаем заказ, комплектуем и осуществляем доставку конечному потребителю. То есть вы работаете с каким-то пулом интернет-магазинов, ваш сайт является некой витриной, где представлен товар, верно я понимаю? Или... Нет. Наш сайт нигде не фигурирует. У интернет-магазина свой собственный сайт, свой собственный бренд. Мы нигде не отсвечиваем, мы работаем полностью под private label. То есть на бланках заказов фигурирует название интернет-магазина, и когда мы контактируем с покупателем, мы представляемся как логистическая служба интернет-магазина, название такое-то. А, понятно, то есть вся логистика на вас, а возврат товара, если вдруг что-то не подошло, обмен, это также у вас? Вся прелесть дропшиппинга в том, что мы все заботы, весь геморрой забираем с интернет-магазина на себя. То есть интернет-магазин может сосредоточиться на своем развитии, своем продвижении, усовершенствовании, а всю грязную работу, прозвон, упаковка, комплектация, возвраты, склад, рекламации, брак, все что угодно, все эти сложные вопросы мы забираем на себя. Вот вы упомянули склад, получается, что товары хранятся на вашем складе. Да, совершенно верно. Все расходы, связанные с хранением, учетом, все это на нас. По сути, интернет-магазин заключает договор, отгружает вам товар и далее просто получает прибыль. Нет. Товар он нам не отгружает. Товар у нас уже есть. Мы являемся поставщиком этого товара. Окей, я понял. И интернет-магазин занимается именно продвижением и концентрируется на своем бренде. Все, что касается товара, все, что с ним связано, все на нас. Это очень удобный сервис. Да. Скажите, какой отклик вообще, как относятся клиенты, много ли положительных отзывов и увеличивается ли поток тех, кто хочет с вами работать? Да, мы растем очень быстро, темпы роста наших объемов примерно 1,5 раза год к году. Вот, например, в мае сейчас у нас был зафиксирован, тот показатель, на который мы надеемся выйти, это 75% год к году. Я желаю удачи вам и процветания вашему бизнесу. Спасибо огромное. Спасибо. Всего доброго.